родственники ее привезли, она у меня на учете стоит, инфаркт у нее был. Хорошо. А родственники привезли, сознание теряла, даже при мне теряла два раза. Я руку на пульс смотрю, редко-редко. Я думаю, сделаю атропин, раз сделала. Дыхание 22. Сколько атропин? Я два раза делала, по кубику, два раза по кубику. 92. Хорошо, кислород 100%. Раскройте, там записка. А вот здесь, там есть. 15 метров за минуту 100%. Давление меряли? Мерила. Было то 85, то 90, то 95. Что там? Это что? То, что бьет под ноги? Да. Можно кардиограмму, мониторинг? Инфаркт был. Я знаю. Вы сегодня из лекарств принимали? Когда последний раз ели? До свидания? Ножки приподняли. Где? Что? Ага. Глюкоза? 8,2. Давай кардиограмму. Что там? Пульс сколько вы сказали, я дослушал? 31. Кардиограмма столько, коллеги, только стандартно. Ставим вену. Ставим вену. Не надо вену, не надо. Ничего не беспокоит. Когда вы последний раз кушали, нет ли у вас аллергии? Ой, утром кушала, аллергии нет. Травм у вас не было никаких сегодня? Ой, не было. Что-то кроме груди вас беспокоит? Ой, да шнит. Хорошо. Темно перед глазами. Сейчас будем обсервировать, что вы живете. Мы можем. Хорошо. 18-й катетер. Потребленный доступ. Давление у вас есть? 90 на 60. Хорошо. Хорошо. Вы регистрируете электрокардиограмму. Доступ к вене, фильтростор пока 5 мл в минуту. Ой, что же это такое? Это вообще-то нитроглицерин принимала. Ой, опадение. Сейчас мы вам поможем. 2 мг атропина сделали. Хорошо. Атропин в вену. Пока 0,5 больше. Покруче. Систему по-настоящему заправлять, нет? По шкале Глазго сколько мы вниз? Так как видим, да? Атропин. Система подключена. Не, ой, 3 миллиграмма. 3 миллиграмма внутривенно болюста. Морфин. Ну, болюста с разведением. Нет. Ну, разведем третью часть. По линии же минус. Хорошо. А где еще бумажка, что она пьет? Набрали. Калицерин взяла. Хорошо. 3 раза. Набрали. Помогло. Друг, 3 кубика разведена. Дать аспирина 250 разжевать. Клопидогреля. Аллергии ж нет, не нашел. Кровотечений нету. Ниоткуда не кровит? Нет. Мониторинг наложить по дефибриллятору. Мониторинг на грудную клетку. Постоянно мониторинг. Друзья, мониторинг, пожалуйста, когда подходим сюда. Куда? Три точки. Точки есть. Поставь, дай атропин добавить еще один. Так. Сколько атропинов? Еще 0,5. Хорошо. Атропин. Давление перемерять. Хорошо. Давление. Давление перемерять. Боль спросить, насколько боль уменьшилась. Боль у вас уменьшилась? По оценке. Боже. Сатурацию посмотреть. Легче стало сатурация чуть-чуть? Дальше. Сатурация 93. Было вот здесь? Оп. Оп. Давай мы подушку уберем. Давай, убираем подушку. Ой. Чуть-чуть подтяните туда. Ой. О, все. Так вам легче немножко говорить? Ну, давай еще подведем, чтобы было ровно было. Поможешь немножко нам помочь? Мы вам благодарны. Хорошо. Боль, кровотечение, да ничего. Боль, насколько уменьшилась? Вы не беременны? Нет. 70 лет. 70 лет. Там сейчас все же хочется. Боли нет. Нет боли. Ушла? Да, нет боли. Пульс, кто там? Мы же уже миллиграмм атропина. Вон то, что у вас на мониторе. Ничего не меняется. Какой обычно пульс? Пульс обычно какой? Какой обычно у вас? Какой обычно у вас пульс? Ой,
Ой, не помню. У фельдшера последний раз какие был пульс? Легкие послушать, сердце послушать. Ничего не было. Врач 3 дня назад смотрел, все было нормально. Шоу карточка, амбулаторной карты. Инфаркт у нее был. В 3 месяца был инфаркт. Легкие, редкие. Инфаркт был в 3 месяце. Легких. Все принимает. В нижних отделах вы слышите легкие. Влажные. Хорошо, без сопроводного прилета. Более сделали. Давайте у Филина опять боль. Набрали, разлили. Добрая. Тут что-то, Филин, у вас процент какой? 2%. Ничего не меняется, как есть. Владимир Ильич, еще мне в глаза. Хорошо. Еще эфирина добавить. Ритм такой, как вы видите. После введения препаратов не меняется. Добавляем дофамин. 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 Доза. Доза дофамина. Сейчас. Ну, я скажу. Озвучьте дозу. Вы заправили уже готовое. Озвучьте дозу. Какой будем капать? Какой будете капать? Начинаем с 2 микрограмм на килограмм в минуту. Ей больше начинает давить в груди. Ой, давит больно. На фоне инфузии? На фоне дофамина. Отключить дофамин. Отключить дофамин давление. Проверяем давление. 95 на 60. Не надо дофамин. Поставляем, пока дофамин набираем. Атропина 3 миллиграмма уже вообще доза с вашей, да? Боль ушла? Сколько филина пошло? Вы мочевите? Да, я боль. Крипу такой же. У вас боли не мамы сейчас? Нам еще не реагирует. Печет грудем. Добавляем морфина. 2 миллиграмма. 2. Ой, что-то сложно. У нас нету ЭКС. Хорошо.